Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 47 на странице 43 рабочей тетради по математике для второго класса автора Маром. Используя данные условия вопроса, составь задачи. Соедини линии карточки с условием и вопросом. Устно реши полученные задачи. В каждый кружок запиши знак действия, с помощью которого решается задача. На тарелке 8 яблок и груш. Какие мы можем поставить к этому условию вопроса? На сколько больше яблок, чем груш? Чтобы узнать, насколько на из большего числа вычесть меньшее. То есть нужно из 10 вычесть 8, получится 2. На 2 груши больше, чем яблок. И еще один вопрос мы можем поставить к этому условию. Сколько всего яблок и груш на тарелке? Чтобы узнать, сколько всего, нужно прибавить. К 8 прибавим 10, получится 18 яблок и груш на тарелке. Читаем вторую задачу. На тарелке было 10 груш. После того, как съели несколько груш, на тарелке осталось 8 груш. Вопрос. Сколько груш съели? Чтобы узнать, сколько груш съели, нужно вычесть. Из 10 8, получится 2. На тарелке было 8 яблок. После того, как их на тарелку положили еще несколько яблок, их стало 10. Итак, было 8, стало 10. Вопрос. Сколько еще яблок положили на тарелку? Из 10 вычитаем 8, остается 2. И только к вопросу, сколько яблок, и только вопрос, сколько яблок съели, мы не можем не отнести к одному условию задачи. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы, оставляйте свои комментарии под видео.